Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня хочу сделать обзор нашего садика и показать вам, что у нас здесь растет. Не конкретно, конечно, в первую очередь я хочу показать вам нашу клубнику Виктория. В этом году отличный урожай. У нас она нас порадовала. Смотрите, какие ягодки крупные, поспевает она у нас. Такая она у нас клубника, прелесть. Вкуснятина, объедение. Собираем, варим варенье. Вот такая, видите? Прям в рот просится такая ягодка. Такая ягода крупная, спелая. Вот такая вот наша клубника. Красавица. Каждый день собираем, и она вот так поспевает. Много еще зеленой. Поспеет. Наши цветы. Петунья. Вот такие вот. А. Прелесть такая. Это вот наша слива. 2 года назад я ее посадил. Она уже такая растет. Небольшая. Вырастет. Тут вот клубничка. И вот еще цветы наши. Клубника, клубника, такие грядочки у нас, и вот она растет. Вот. Но каждый день, не каждый, через день мы ее поливаем, иначе ничего не вырастет. Дождей нет у нас. Только поливаем, поливаем, поливаем. Вот такой крыжовник у нас. Ну, поспевает, но еще ему рановато, кислый. Где-то недельки через две будет хороший. А это вот ирга.
Но ягодки есть. То есть, наверное, через недельки две будет. Тут лук цветет. Это дикий чеснок, ревень. Вот еще клубничка такая. А это смородина черная у нас. Вот такая она. Тоже через недельку две будет. Ее много. Все нужно поливать. А это вот красная смородина. Тоже скоро поспеет. Наши цветочки. Такие красивые, радуют нас. Чудесные, да? Какие прелести. А вот, друзья мои, мой эксперимент. Привез я из леса горец альпийский, кислянку нашу, корешки, и посадил у себя в садочке. И вот они такие проросли. Будет своя кислянка. Экспериментируем. А это вот лилия кудреватая растет. Ну вот она в одном состоянии. Жду, когда она зацветет. Ну, наверное, не дождешься. Земля, наверное, все-таки ей не такая. Вот она каждый год вот в одном состоянии вот так вырастает и все. Ну, будем надеяться, что зацветет. Это лук такой интересный. Он рано весной всходит. И мы его в пищу берем. Сейчас он цветет уже. И грядочка чеснока у нас вот такая вот. Небольшая садочки. Вот пособирали немного нашу клубнику Викторию. Такая она у нас ягода спелая. Будем варить варенье. Спасибо, друзья мои, что посмотрели это видео. Показал я вам наш садик, нашу клубнику Викторию, наши цветочки. Всем пока, всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.